Так, девочки, всем привет, всем добро пожаловать ко мне в гости. Я опять со своими распаковками, гаджетами для телефонов и для камер. Сегодня я получила новые гаджеты для съемки видео, для фото. Так, давайте в первую очередь я вам покажу, что я сегодня получила. Получила я 3 штуки таких вещей. Первую заказывала крепеж для телефона или для камеры на штатив. Это крепеж быстрого соединения и разъединения с штативом. Одно нажатие, и вы можете быстро взять свою камеру, телефон и снимать с рук из штатива. Вот такой крепеж. Такая маленькая штучка. Она, знаете, вот. Вот так. Вот здесь звук кнопочкой. Вот. Вот эта кнопочка. Вы на нее нажимаете и отсоединяете. Это вы крепите на держатель на камере или на телефоне. Это прикручиваете к штативу. И быстро вот так можно соединить или разъединить телефон. Такая ручка. Снизу вот у нас была вот такая веревочка. Его откручиваем, убираем. Вот эту штучку сюда прикручиваем. Видите, там есть место, где можно его прикрутить. Это все из одной фирмы. Так, он должен быть вот так. И внутри есть специальная штука, как отвертка плоская, чтобы укрепить болтик, который там, чтобы он был крепкий. Так, вот так настраиваем. Дальше с этим докручиваем. Так. Вот так. Синенько вот. Вот. И он у вас ровненький такой. Вот. И вот эту штучку. Сейчас я покажу на штативе. Подождите. Так, девочки, вот наш штатив. Я его принесла. Сложила, чтобы было удобно вам показать. Вот его верхняя часть, да? И вот здесь есть у нас такой болтик. Вот эту нашу часть от этой штуки мы прикручиваем сюда. Так, надо настроить, как наша камера будет. Так, мы будем ручку одевать вот так. И нам нужно, чтобы эта часть была с лицевой стороны. Держим ее и снизу подкручиваем. Вот так я его прикрепила. Вы можете его отсюда не снимать. Один раз четко правильно оденете. И все. На этом штуке, на этой ручке будет наш телефон или камера. Вот это я сюда прикрепила. И просто я ее вот так одеваю. Видите, как быстро. Один щелчок, и ничего сюда, ручку прикручивать, камеру вставлять, ничего делать не надо. Один щелчок. И также я могу быстро его снять. Вот так. Одно нажатие, вот сбоку, вот эту железную кнопку. Когда одеваешь, нажимать не надо, а вот когда снимаешь, вот так нажимаешь, и все. Это очень удобно, это очень быстро. Вот такая маленькая штука. Облегчает нам жизнь. Вот. Теперь дальше. Эту я штуку я это крепеж я оставлю на штативе. Вот дальше. Еще я купила ручку. Эта ручка подходит. Ну была эта, да? Можно было. Ну, раз я это все заказываю, профессиональную ручку заказала. Эта профессиональная ручка подходит
и для камеры, для видеокамеры, для фотокамеры, для телефона. Почему я ее заказала? Потому что она тоже такая мобильная. Быстро вот так снимается. Это висит на вашем телефоне, на ручке. А вот эту можно будет быстро снять с руки. И положить телефон куда-нибудь, не знаю. Так, вот, сейчас мы покажем, куда я его буду крутить. Ой, а вот, вот еще с ним была штучка. Это в поездке будет очень хорошо, в путешествии, там, на отдыхе, на торжествах каких-нибудь, где вы будете снимать. Вот, так, разъединяем от длинного. И вот так вот сюда продеваем, как брелок одеваем, конечно. Вот так. И она здесь. Вот. Дотели. Так, эту надо нам открутить. Когда у нас будет съемки без штатива, с ручки мы можем эту штуку снимать. Вот, мы же не будем на улице штативом ходить. Нам нужна будет ручка. Вот. Единственное, эту штучку нам будет. Надо будет каждый раз прикручивать. Вот это сюда. На ручку. Вот так. Все. И ручка остается у вас такая же маленькая, без этой дополнительной штучки. Становится короткой и удобный ремень на ручку. Вот так. А здесь еще регулируется размер руки. Можно его так одеть на вашу руку, чтобы было крепко. Видите? Вот. Такой мягкий, эластичный материал. Здесь очень сильный. Закреплена двумя кнопками. Вот. И вдруг вы захочете телефон отделить от руки. Можно вот так снять, и он разделится. Вот так. Видите? Все. Вот такая ручка. Еще заказала вот такую LED-видеолампу. Свет. Свет для видео. Сейчас я его распакую. Это лампочка, мобильная тоже, не такая огромная, которую мы привыкли видеть на штативах, но от него очень хороший свет. Про эту лампу я смотрела обзоры, очень много про эту лампу обзоры. Вот такая LED-лампа. Сейчас я достану. Такой она предоставляется, вот такой коробке черной. Вот такая лампочка. У него есть фильтры, вставляемые разных цветов. Есть сиреневый, желтый, розовый, синий, зеленый и коричневый. Теплый. 6 фильтров. Сама лампочка. Вот сами фильтры. Сначала содержимое посмотрим. 6 фильтров. Кабель для зарядки. И я уже взяла вот такое крепление. И что еще внутри? Паспорт. Паспорт, информация у него, инструкция. Все. Больше здесь ничего нет. Так, давайте разбирать лампу нашу. Вот так. Я ее купила для этой ручки. Так, давайте возьмем саму лампочку. Вот такая лампа.
находится она в силиконовом рассеивателе, как бы softbox, да. И это же softbox, это чехол, это еще является защитным чехлом. Вот такой рассеиватель силиконовый, мягкий, белого цвета. Вот сама наша лампа. Тут внутри 120 LED ламп. 120 LED ламп. Здесь тут даже написано 120 LED ламп. Батарея у него 3100 мАч. Держится зарядка 150 минут. Ну, 2,5 часа. И здесь можно отрегулировать свет. Видите, тут есть регулировки. Можно регулировать свет от теплого оранжевого до холодного белого. Вы можете отрегулировать себе свет. Так, теплый у него свет 3200 кельвинов, а холодный 6500 кельвинов. Вот такой свет эта маленькая лампочка дает. Вы можете еще отрегулировать яркость от 1% до 100. Здесь есть регулировщики. Кнопка off on. Включилась. Вот столько тут лампочек. Заряжается он. У него разъем TFC. Вот у него еще есть кабель. Но блок питания нет. Вот сама лампочка. Так, сейчас я его одену на свое место. Он не до конца заходит туда внутрь, вот на краюшке он останавливается. Это дает нам возможность, он хорошо рассеивает свет. И плюс сюда можно положить вот эти фильтры. Так, сейчас мы откроем фильтры. Для таких интересных видео будет, кому нужно будет. Мне нужна была лампочка. Но тут есть еще фильтры. Каждый фильтр защитной пленки. Значит, она без царапин, новенькая. Очень хорошее изображение будет. Свет от него будет. Этот фильтр мы сюда вставляем. Вот так. Внутрь. Сюда одеваем. И одеваем наш чехол. Так, да. Надо с фильтров снять пленку, чтобы он спокойно дышал. Вот так. И внутри желтый фильтр. Так, давайте включим. Вот видите, какой теплый цвет. Очень теплый свет. Вот. И вот я регулирую, и становится белый. Ну, сейчас тут очень светло, это надо в темное время. Еще смотрите, как он светлее. Это теплый. А здесь, вот, регулировки. О, это надо поиграть. Видите, холодный белый. Этот белый 6500 кельвинов. А теплый 3200 кельвинов. Вот такая лампа. Так, давайте я ее выключу, он у меня будет засветить. Хочу показать, как ее крепить. Вот крепеж с ним. Мы его сюда закручиваем. Ну, это вы разберетесь, когда вы закажете, купите себе. Вот, это моя ручка. Она многофункциональна. Видите, вот здесь вот эта штука торчит постоянно. Это. Вот, и я сюда вот так одеваю и закручиваю сюда. Вы можете вот так повернуть эту лампу на себя, кто снимает себя, когда вы идете темное время на улице, вот. И также эту лампу прям вот наш крепеж одела на штатив. У нас будет ручка с лампой на штатив, будем его туда креплять. Вот такая лампа. Я очень довольна. Кто ищет хорошую лампу на штатив, на камеру прикрепить прямо и взять с собой, куда вы едете. Мобильную лампу, это очень хорошая лампа, я всем советую. Вот, и он у меня давно. Ну, ручку, которую мы покупали, вот эту,
Обалденно, это крепеж. Вот, вот этот крепеж можно и сюда поставить. Это такой маленький штативчик на стол, который вставляют. Такой маленькая треножка, треножка называется. Вот сюда тоже можно будет прикрепить этот крепеж. И все. Тоже такая. Вот такие заказы у меня были. Если вам что-то понравилось, если вы хотите про него, если вам понравилось это видео. Ну все, девочки, вот такие посылки, вот такая распаковка у нас сегодня была. Если у вас остались вопросы, напишите внизу под видео в комментариях, я вам отвечу. Если вам понравилось это видео, если оно для вас было полезным, то ставьте лайк, подписывайтесь. И спасибо всем за ваши просмотры и за ваши щедрые лайки. Вот. Всем пока-пока.